Москва! Забытая, домашняя, настоящая, хорошая, наша. Очень мне понравилось, очень красиво все сделали. В общем, все молодцы, и болельщики, и команды, и руководство, и организаторы. Больше всего хотел Юрия Павловича увидеть. Наконец-то моя мечта сбылась. Команда становится ближе. Я надеюсь, что результат, который мы все ждем, он придет. Учу русский язык, но мне надо чуть больше времени. Постеснялся на встрече ответить по-русски? Нет, я не готов сейчас. Они сами лучшие болельщики. Они сегодня это показали, хорошие вопросы были, и, думаю, отвечали, как думаю, они довольны. Движение с болельщиками, общение, такое все.